Авраам Линкольн, американский государственный и политический деятель, 16-й президент США и первый от республиканской партии, национальный герой американского народа. Я побеждаю своих врагов тем, что превращаю их в друзей. Я всегда был невысокого мнения о тех, кто сегодня не старается быть умнее, чем вчера. Да будет ваша вера, как ваши чулки, и ваши чулки, как ваша вера, оба без пятнышка и оба в готовности, чтобы тотчас быть натянутыми в минуту необходимости. Нельзя сдаваться не только после одного, но и после 100 поражений. Ни у кого нет достаточно хорошей памяти, чтобы быть успешным лжецом. Почти все люди могут выстоять против несчастий, но если вы хотите испытать характер человека, дайте ему власть. Сказав, что у овцы 5 ног, ты ей ногу не добавишь. Избирательный бюллетень сильнее пули. Я всегда считал, что милосердие приносит более богатые плоды, чем строгая справедливость. Если вы желаете поскорее утешить женщину, посадите ее себе на колени. Женщины могут устоять перед любовью мужчины, перед его славой, перед его красивой внешностью, перед его богатством, но они не в силах устоять перед его красноречием, если только оно обращено к ним. Кем бы ты ни был, будь лучше. Я не знаю, кем был мой дед. Меня больше интересует, кем будет мой внук. Характер подобен дереву, а репутация – его тени. Мы заботимся о тени. Но на самом деле надо думать о дереве. Когда дело дойдет до худшего, оно начнет изменяться к лучшему. Большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми. Возможность того, что мы можем потерпеть поражение в бою, не должна мешать нам сражаться за дело, которые мы считаем справедливым. Лучше уступить собаке дорогу, чем дать ей укусить себя, настаивая на своих правах. Даже если вы убьете собаку, укус останется укусом. Когда мужчины говорят нам грубости, они не знают, как надолго мы это запоминаем и как нам от этого больно. Всякая женщина, умеющая держать себя в руках, всегда может справиться с мужчиной, который в гневе не помнит себя. Давайте верить в то, что сила на стороне правды. И пусть эта вера поможет нам исполнить наш долг так, как мы его понимаем. Уступайте в серьезных вещах, в которых вы,
и ваш противник пользуетесь совершенно равными правилами, и уступайте в мелких, даже если все права в них явно на вашей стороне. Такт – умение описать других так, как они видят себя сами. Я иду медленно, но зато я никогда не двигаюсь назад. Книги нужны, чтобы напоминать человеку, что его оригинальные мысли не так уж новы. Дом, разделившийся, ждет большая беда. Овца и волк по-разному понимают слово «свобода», в этом сущность разногласий, господствующих в человеческом обществе. Все женщины невысокого мнения о себе подобных, только не все сознаются в этом так откровенно. Политик напоминает мне человека, который убил отца и мать, а затем, когда ему выносят приговор, просит его пощадить на том основании, что он – сирота. Когда белый человек сам управляет собой, это – самоуправление. Когда он управляет сам собой и вместе с тем управляет другими, это уже не самоуправление, это – деспотизм. Я не хочу быть хозяином, равно как не хочу быть и рабом. В этом выражается мое понимание демократии. В конце пути, не важно, сколько дней было в вашей жизни. Важно, сколько жизни было в ваших днях. Будущее зависит от того, какую пользу мы сумеем извлечь из настоящего. Свобода выше собственности, человек выше доллара. Одно из редчайших и драгоценнейших достижений человеческого разума – это умение приводить в порядок свои мысли. Лицемер мне напоминает человека, который убил родителей и просит суд о снисхождении на том основании, что он сирота. Мы не поможем людям, делая за них то, что они могли бы сделать сами. Я всегда считал, что милосердие приносит более богатые плоды, чем строгая справедливость. Когда я делаю добро, я чувствую себя хорошо. Когда я поступаю плохо, я чувствую себя плохо. Вот моя религия. Обманывать одного человека можно всю жизнь, группу людей бесконечно долго, но весь народ обманывать бесконечно долго невозможно. Страх перед опасностью, в 9000 раз страшнее самой опасности, видимой глазу, и мы находим, что бремя беспокойства гораздо больше того несчастья, которое нас тревожит. Мне не нравится этот человек, значит, надо познакомиться с ним поближе. Надо вместе стоять, чтобы не висеть поодиночке. Мне
Мне не важно, что обо мне говорят за моей спиной, пока обо мне говорят неправду. Вы можете дурачить некоторых людей все время, и всех людей некоторое время, но вы не сможете дурачить всех людей все время. Отец учил меня работать, а не любить работу. Говорят, что из всего можно вывести мораль, если только вы попытаетесь отыскать ее. Плащ на женщине, эмблема милосердия, прикрывает множество грехов. Изучайте повнимательнее вашу жену в продолжении 24 часов. Если ваша добрая супруга не выкажет за это время какого-нибудь противоречия, помоги вам Бог, вы женились на чудовище. Иные из нас мчатся сквозь жизнь, иные прогуливаются по ней. Ограниченным людям служит большим утешением сознание, что и те, которые умнее их, при случае поступают не лучше, чем они. Он пытается запугать вас, верный признак, что он сам боится. Хочешь покоя, избегай популярности. Мой жизненный опыт убедил меня, что люди, не имеющие недостатков, имеют очень мало достоинств. Кто пассивно ждет, в конце концов получает ожидаемое, но только то, что осталось после тех, кто действовал энергично. Когда Бог создал женщин, ему стало жаль мужчин, и в утешение им он создал табак. Авраам Линкольн. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.